A rozloučil ses doma s někým, ne? Ale jo, jenomže rozloučení, no, v pěti slovech to. Mějte se hezky, ahoj. A co ti řekli? Jseš blázen, magor? Něco podobného, sebevrah a tak dále. Máma brečela, že odjíždím zrovna do Ruska, že jsem si nevybral Německo nebo Ameriku. Proč vyprávím všechny ty ohavnosti? Abyste o nich věděli, vzácné panstvo. Vám se líbí strašidelné smyšlenky, potrpíte si na krásná vyprávění o všemožných hrůzách a vidíte, já znám příběhy, které jsou živou skutečností a mám nepopiratelné právo vás nepříjemně vzrušovat vyprávěním právě o těchto věcech, abyste si uvědomili, jak žijete a v čem žijete. Я попала в Нижний Новгород после института текстильного, который я окончила на модельера. Раньше было такое понятие, как распределение. То есть, я приехала в этот город по направлению работать. Первый день, в который я здесь оказалась, это была гостиница в центре города. Я город тогда не видела, потому что приехала поздно утром, когда я проснулась в этом гостиничном номере. Утром рано-рано я открыла шторы, и я поняла, что я оказалась в таком красивом месте, потому что окно в гостинице, когда открываешь, это был вид на стрелку, там, где сливаются Волга и Ока, и как раз вот эта огромная большая река, светлое утро, там туман, это было ранняя-ранняя весна. Вот. И тогда я решила, что вообще это, наверное, то место, которое меня ждет, это тот город, который ко мне вот... будет благосклонен. На cestu jsem se vypravil s 10 korunou v kapse, víc jsem neměl. Měl jsem v batěhu akorát pár triček a spacák. Stoupnul jsem si na výpadovku z Prahy, tam jsem stál asi 10 minut, i když bylo už k večeru. No asi na dvě zastávky jsem dojel až do slovenské hranice. Tam zase mě před mojí cestou varovali, že jsem sebevrah a tak dál. No ale tak jsem projel i Slovensko, až na ukrajinskou hranici. Tam teda začaly ty první překvapení. Civilizace zmizela. Tam leželo, no místo silnice, tam byl prostě jenom asfalt přímo na trávě, nebo co, prostě zkroucený, děravý, okolo trosky aut, špína, smetí. Kromě toho, že mrholilo, byla všude tma, žádné patníky, žádné bílé čáry, značky velice zřídka. Když jsem se přiblížoval k Užhorodu, tak jsem si říkal, že to je nějaké osamocené vesnické stavení. Tam svítila jedna lampa. Když jsem se přiblížil, tak jsem zjistil, že to je město. Na drogě rozbité tělo, na dřevěch останки души, одинокая смерть пролетела в этой богом забытой глуши. Лежал на истлевшем бурьяне, плыли в небе слепые глаза, безымянный, босой, окаянный, а вдали собиралась гроза. На груди в
свете молнии сияли два червя да серебряный крест. А вдали молча горы стояли, стерегли пустоту этих мест. Чисто у нас горьковчан бывших, мы до сих пор себя считаем горьковчанами, раньше Горький назывался этот наш город. Он, в общем-то, как-то не котировался, как это было при Брежневе. Нет, вот до перестройки, с перестройкой. А вот до перестройки скучно, однообразно, тихо. Хотя город очень красивый, спокойный был. А вот. Открыли город, увидели вдруг, что дома у нее некрасивые, серые, все. Надо срочно набережную привести в порядок, Покровку привести в порядок. Často jsem snil o nekonečných prostorách země, o cizích zemích, kde se žije jinak než u nás. Tam byl život čistší, příjemnější a snadnější než ten, který pomalu a jednotvárně klokotal kolem mne. To utěšovalo můj nepokoj a probouzalo v mém srdci houževnatou naději, že jednoho dne přece jen poznám jiný život. Ну вот мне 52-й год. И, в общем-то, с одной стороны, вот именно мое поколение как-то так получилось, что нас обошла война в какой-то мере, конкретно. Вот мой отец, он воевал, он был на фронте, Великую Отечественную войну. Вот. Нас с мужем как-то это миновало, потому что, ну, там какие-то были очаги, нас это не охватило. С этой стороны мы считали себя, в общем-то, счастливым поколением. Вот. Потом мы, значит, нас воспитывали как, что, ну, и мы верили в то, что нам говорили, нас неплохо воспитывали в этом плане, что, ой, ну, сейчас вот ничего, сейчас хорошо, а впереди все будет еще лучше. И действительно, в какой-то мере в тот период было, что, действительно, если человек имеет высшее образование, он, в общем-то, котируется. И, в принципе, по зарплате, и как-то, ну, по положению чувствовал, что, да, действительно, был смысл в этом, что человек, он... немножко и материально, и морально он удовлетворен. Потом вот в связи с этой перестройкой вот наступил как раз такой этап, что, в общем-то, вдруг мы-то почувствовали какая-то ненужность вроде в этот момент. Привыкли к тому, что тебе все дают, в общем-то, предоставляют, не дают, предоставляют, тебе дают возможность. А тут вдруг как бы эта возможность, она уходит из-под ног, и в то же время нас не приучили, в принципе, к тому, чтобы... как-то вот вертеться в этом мире-то, в общем-то, сложно. Очень многие страдали от этого. Да, кому-то повезло, кто-то в этот момент себя нашел. И он, может быть, даже, ну, долго, что ли, себя искал. Вот ему это нужна была свобода для этой деятельности. Да, ему повезло. Но очень многие нет. Thank you.
печаль. Там samozřejmě jsem byl středem pozornosti, protože oblečený jsem byl ne tak jako všichni ostatní. Tam všichni chodili v takových šedo-zeleno-hnědých oblečeních, podobných něco jako vaťáky a tak dále. A přede mnou tam sedla skupinka lidí, nejspíš z nějaké chudé vesnice, kteří jeli, jak jsem vyrozuměl z rozhovoru, do Budapešti za výdělkem na západ. Já jsem měl tehdy na uchu 12 náušnic zlatých, což samozřejmě je velice jako přitahovalo. No a protože si myslel, že nerozumím ukrajinštině vůbec, tak se úplně v klidu a drze domlouvali přede mnou, jakože mě jeden chytne, podrží, druhý veme nůž, se ucho odřízne a utečou. Tam říkal, no, $100 palučíš, tam možet limuzín koupíš. Ze všeho nejvíc mě pobuřovalo chování mužů k ženám. Romány mě učili hledět na ženu jako na to nejlepší a nejcennější v životě. Utvrzovala mě v tom babička, její vyprávění o bohorodičce a o přemoudré Vasilise, nešťastná pradlena Natália i všechny ty stovky a tisíce pohledů a úsměvů, kterých jsem si všiml a kterými ženy, matky života, ozdobují naše dny, tak chudé na radosti, tak chudé na lásku. Teďka jsme, to jsme noční klub Kahir, Kahira. Tady to je místnost, která ještě není, kde tady ještě není opravená, na kterou jsem vypracoval teda už projekt. A je to místnost, ve které jsem dělal sochy pro ten klub. Zvěněno raňají srdce lásky, zvěněno kružice galapá. День и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный серый вечер мне так ничего такого не говорил, не подумайте про меня. Сама не знаю, что говорит. Пожелать ей счастья, здоровья. В общем, всего, чего ей хочется, чтобы... Хорошего как... мужа. Хорошего мужа. А? Я хороший. Пусть каждый день будет у нее праздник. Светлый, теплый. Каждый вечер. Каждый вечер. А там каждую ночь. Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз холодный серый вечер мне так хочется любить.
Только раз бывает в жизни вечер, только раз. Только раз. Холодный зимний вечер, а мне так хочется любить. За любовь. За любовь. Takže jsem se sebral i dál stopem. Koupil jsem si pár chlebů, nějakou limonádu. Za co? Za těch 30 dolarů, který mi poslali z Čech. A šel jsem na stop a napsal jsem tam na kus kartonu Nižní Novgorod. No, prošel jsem, já nevím, asi 45 kilometrů pěšky. Mezitím mě jednou auto srazilo z cesty. Tady pravidla neexistují nějaké takové jako u nás. Kdo je první, tak je první. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, to je zákon na silnici. A potom teda skutečně, a ještě jedním mě chtěli vzít, ale chtěli za cestu peníze. Tady autostop jako takový v podstatě neexistuje. No a potom jsem zastavil nákladák se s takovým veselým pánem, který mě dovez až do Nižního Novgorodu. Каширом дует ветер, поднимая эту песню до небес. Уют на пыль под сапогами, с нами Бог и с нами знамя, и тяжелый АКМ на перевес. И тяжелый АКМ на перевес. Кто се рихле погиба, же? Рихле погиба. Ну, по-русски мы же говорим «прекрасный, как ночь», да? Так, просим, да, Олен. Олен, яко вещь, яко вещь. Поможет быть, яко вещь. Яке властность человека. Мне никогда не хотелось уехать отсюда. Нет, у меня есть знакомые, которые уезжали, ну и на время, например, учиться, или уезжали навсегда. Есть очень много знакомых, которые хотят уехать, для которых, может быть, для кого-то это даже цель жизни. Ну нет, мне бы не хотелось. Не знаю, мне. Ну, может быть, я привыкаю как-то вот к дому, к родным местам. Но мне здесь хорошо, я не вижу смысла уезжать. Ну, даже если бы такое случилось, это было бы все равно... Совсем не я, это совсем не то, как надо, совсем не мой мир. Потому что, ну, во-первых, у нас страна очень своеобразная, Россия. Второй такой вообще нигде нет, это очень своеобразное сознание. И просто другого такого места не может быть. Вот одногруппница наша уехала в Америку. Мы им говорим: Маша, а у тебя березы за окном растут? Она говорит: нет. Я говорю: а как? Как ты можешь вообще жить? Вот, с другой стороны, праведная война или неправедная? Я живу в России, мне сложно говорить об этом. Я не могу считать эту войну неправедной, потому что я знаю, как относились к тем же самым русским. Ну, опять же, я использую слово «бандит», и я считаю его вполне правомерным. Я не один раз был в командировках Чечни, вот в Чечне, вот улетаю снова в понедельник туда. Мне сложно понять Бабицкого.
когда он передавал репортажи с той стороны и говорил о зверствах, допустим, федеральных войск и так и далее. Я ничего не буду говорить. Есть и мародерство. Люди все разные. Люди все разные. Да, это кошмар какой-то. Кошмар. Ходят люди, да? Почему? Почему кошмар? Потому, что он призывает, не знает сам к чему. Он-то сам что-нибудь испытал. Понимаете, я в отличие от вас в Чечне был. А? В отличие от вас я был в Чечне. В Чечне? Демократия. Они идем, давай. Дураки. Для демократии дураки только. Дураки. Понял? Ну ладно. Зачем вы так думаете, что демократы дураки? Они подонки, они дураки. Samozřejmě, já chci dodělat věci, které jsem začal, a chci odsud odjet. Nechci tady žít. Tady by se mi nelíbilo. Možná by bylo dobré sem přijíždět, protože přátel tady mám spoustu. Ale na druhou stranu jsem tady odsud uviděl naší zemi v takovém více globálním měřítku. Uviděl jsem to ze strany jakoby cizince. Uvědomil jsem si toho spoustu. Uvědomil jsem si, co máme společného, co nemáme společného. Nejlepší, když se někdo ptal, třeba proč jsem sem přijel jen tak s rukzakem, nejlepší odpověď by byla asi, no vem si ten rukzak, vem si tu 10 korun a jeď. Všechno kolem bylo pohříženo v polospánek, přitlumeno a pohybovalo se jaksi s nechutí, jen z nepříjemné nutnosti. Měl jsem neskrotnou chuť uštědřit celé zemi i sobě samému řádný kopanec, aby se všechno kolem, i já sám, zatočilo radostným vírem. Да, здесь, ну, как бы много грязи, там, много грязи, много беспорядка, много, что происходит, то, что неприятно, там, я не скажу, что у меня жизнь, она такая вся прям розовая, голубая, там, такая творческая, возвышенная, романтическая, такая. Нет, вообще все очень жестко и жестоко, но каждый человек просто находит для себя то, в чем он может, вот, как бы, ну, свою душу очистить, что ли, создать себе эти условия настроения, не знаю, там, найти те места, где ты можешь погрустить, найти тех друзей, с которыми ты можешь порадоваться, там, съездить в лес, съездить там, в веселую компанию, там, найти себе кучу там, занятий интересных, которые тебе интересны. Ты сам делаешь эту жизнь. Какую ты ее себе сделаешь здесь, такой она и будет. Можно там сидеть, страдать, сказать, что ой, там мне не платят зарплату, дворник не подметает, там все сломано, сломаны все заборы вокруг, меня это не радует, я художник, я такая вот, я хочу видеть, чтобы все вокруг было красиво, а все вокруг совсем некрасиво. Ну так сделай так, чтобы тебе было хорошо, чтобы людям от твоих работ было лучше, чтобы у них там, вот, сегодня этот день их обрадовал, потому что они получили вот это украшение, им от этого полегчало, им от этого посветлело в душе. Мне от этого хорошо, человеку, который со мной пообщался, ему тоже от этого хорошо.
Hlavní smysl byl najít skutečné odpovědi, které jsem našel základně. Životní odpovědi? Životní odpovědi. Ty nejde najít, ne? Kdo hledá, najde. Si myslím, že když ji konečně najdeš, tu odpověď, tak zemřeš. Ne. Ne? To tady není přesně začátek, přesně konec. Ty najdeš odpovědi, já jsem našel odpovědi, ale tím začala zase nová etapa. A zase budeš hledat druhé odpovědi na jiném úrovni. Až je zase najdeš, tak bude pořád dál a dál.